коснулась ее своим крылом. И вот она что пишет. «Верю, есть на свете высший разум, но несчастный в храме выходок, и постов великих не блюститель, книг священных тоже не знаток. Нас учили смелости и чести, благодетели учили добру, чтобы берегли детей и старых, и стремились знанием и к труду. Одолели деды и нужду, и голод, отстояли землю для своих детей. Нам примеры были вовсе не святые, а жизни замечательных людей. И к иным страницам часто возвращаюсь, в своей жизни книгу я прочту, у друзей и близких, а потом у Бога за грехи прощения прошу». Очень хорошие стихи. Книгу, которую она мне подарила, называется «Исповедь души», «Исповедь в пути». Не души, а в пути. Это значит где-то в промежутке между рождением и самое, где-то в пути. И вот Альфия наша идет по этому пути и верно идет. Спасибо тебе, Альфия, что ты есть. С творческих успехов. Сейчас наша звездочка Рената исполняет песню Йозма Шама, слова Катевы Кинебулатовой, музыка Альфия Гейм. Да. Хочу сказать пару слов, что вот недавно из жизни ушла моя педагог Ляля Халикова, и я хотела бы сегодняшнее исполнение этой песни посвятить ей, и думаю, вы все согласны с этим. Yeah.
сказать за песни, в которых такой глубокий смысл, он затрагивает, мне кажется, каждого, кто здесь сидит. Они очень жизненные, правдивые и искренние. Спасибо большое, Альфия Галяна, за то, что доверяете мне исполнять свои песни. Ну а сейчас самый такой, наверное, запоминающийся, самый для вас любимый, неожиданный момент. Все, кто хочет сказать слова благодарности, любви или признательности к Альфее, а может поругать? Пожалуйста, да, свободный микрофон. Ваше время, пожалуйста. Идемте. А можно спросить, как приходят к вам стихи? Ночью, когда спите, или днем? Какой момент? В любое время. В любое время. И вы прям сразу начинаете писать, встаете и начинаете писать. Ну, вы знаете, когда и радуюсь, наверное, больше, или когда сильно огорчаюсь. Вот я, например, начала писать, когда мне было очень плохо. Мне Аллах помог как бы пережить вот эти моменты. Прям это божественно получается. Мне сама непонятно тоже. Это не я, это оттуда. Я не могу сказать, что это я делаю. Это кто-то мне что-то там диктует, и я просто пишу, и все получается. Ну, тебе можно диктовать, это ты сама себе пишешь. Я верю, что на свете есть Всевышний. Действительно, я верю, потому что ну, у каждого человека бывают какие-то испытания в жизни. И оказавшись вдали от своей родины, да, малой родины, и вот я одна в Москве, Бог мне послал такие серьезные испытания, очень тяжелые, не дай Бог никому, я уже говорила, чуть не потеряла дочь, это было очень плохо. В этот момент вот, начала писать, ну как-то пришли вот эти строки первые. Будем балам подать ей, блян, ты мне что там за там вообще материнские чувства, вот это, наверное. С этих строк у меня пошли проводником, что ли, я прячусь, я не знаю. И я вот как-то вот, мне Бог помог пережить вот эту беду, горе, слава Богу, все хорошо. И мелодия тоже самое, как-то попереживала сильно. Ну, не так сильно, конечно, но попереживала тоже, что-то начала напевать, а это и пошло. Я даже волнуюсь. Рамзия, это Рамзия, наша подруга, наша единомышленница. Рахмат. Ну дальше такая, Сюля, единомышленница, дальше что? Хороший человек. Просто как прихожу, отдыхаю здесь душой. Просто мы вместе. Вместе, да. Рахмат. Ну и в заключение песня «Уралма салям». Выходим все. Так как мы являемся все участниками нашего творческого объединения СССР, являемся выходцами из Урала, вот эта песня, наверное, как бы визитная карточка наша, поэтому мы ее же это уже песня стала гимном нашего объединения. Пожалуйста, вы ее много раз слышали, подпевайте. Можно перед этим я еще раз два-три слова скажу? Я благодарна всем вам, что сегодня вы с нами. И особое спасибо всем участникам объединения, всем, кто сегодня помог провести такой прекрасный вечер. Для меня это очень волнительно, очень ответственно. Люди творческие меня, думаю, понимают, что насколько мне это было переживательно, настолько это волнительно. Спасибо огромное вам за поддержку. Дай Бог вам, самое главное, здоровья, благополучия, творческих успехов. И спасибо, что вы со мной. Я точно так же с вами. Рахмат.
Тебя при таком количестве микрофон.